Сколько он времени все-таки проходил? Честно говоря, я даже не помню. Ну, недели две проходил? 10 дней. Марина уехала 2-го, еще до этого он недели две у нас уже сидел. Да? А, ну все, тогда сейчас снимем. Так, тебе надо будет его протяжать. Хорошо, я придержу. Мне просто как раз надо заснять, чтобы это самое. Для отчетности. Стой, стой, не беги, не беги. Не беги, не беги, пацанчик. Или ты девочка, я даже не помню уже. Тихонько, тихонько. Щенку надо сейчас, да, можете заносить, но сейчас я котика отпущу, потом положу щенку. Кусает, ну, бурнями там что-то, что-то. Гипс снимают, кто-то уезжает. Мозор вот он образовался. Вот и все. Все, да? Так. Не беги, не беги. Не привык еще. Лапа прямая не так. Так. Вот это и лапка была в гипсе.